Ребята, всем привет! Это Дава, и сегодня мы снимаем офигенный ролик вместе с Миланой. Честно скажу, это долгожданный ролик. Это долгожданный ролик для вас и для меня в первую очередь. Потому что не для меня, ребят. Не для тебя, Милана. Я не хотела это. Сегодня мы снимаем 24 часа. Милана говорит мне только «да». Наконец-то! Боже, это свершилось! Ребят, хочу извиниться перед вами, потому что эта часть должна была выйти намного раньше. Но так как я принимал участие в одном секретном проекте в другой стране, я не мог этого сделать. Месяц я находился на съемках. Я надеюсь, вы меня, короче, поймете и чисто вот так простите. Милана будет мне говорить только «да». Ты любишь меня? Да. Мороженое купишь мне? Да. Игры на Sony PlayStation 5 купишь мне? Да, если денег хватит. Ну вот, вот такой ролик у нас сегодня будет. Я подготовил много интересного. Я читал все комментарии, которые вы написали. Выписал оттуда самые интересные задания, которые мне понравились. И сегодня мы грузанем Милану, ну, максимально. Почему ты думаешь, что мы тебя должны опозорить? Ты что, прикалываешься? Не знаю. Когда мы тебя вообще позорили? Сегодня. Я не Милана Хаметова. Ты Милана Хаметова. И вам показалось. Помогите что-то максимально неподходящее, некрасивое взять. Убью вас просто. Я буду тебе мстить. Давай свои пальчики. Ну да, да. Ты что, хочешь ну, ты меня позорить? Мне знаешь, что интересно? Что она сейчас нам принесет? То есть вот из всего, что возможно? Я сейчас тебя этой же колонкой прибью просто. Ну как ты думаешь, что тебе предстоит сделать? Ну, скорее всего, ты не заставишь меня что-то покупать, а скажешь мне там что-нибудь, например, сделай вот это. Я такая, ну да. Не так, что ты мне купишь вот это? Конечно, Милан, вот именно так и будет. Ну давайте, короче, не буду, мне уже хочется скорее начать, поэтому давайте не будем тянуть и сразу приступим. Но прежде чем мы начнем, нужно просто вот эту традицию, которую вот, ее нужно соблюдать. Традиция, наша любимая традиция, рассказывай. Я расскажу. Нужно прямо сейчас, в начале ролика, вот прямо сейчас, поставить лайк под этим видео и все. И если вам вдруг по каким-то причинам не понравится, вы в конце, когда досмотрите, просто уберете. Ну, пожалуйста, чисто от души, сейчас прям сердечко закиньте. Так что я считаю, мы можем уже приступать. Да, кстати, и у меня есть одна идейка. Мы никогда не снимали «Говорим подписчику 24 часа, да». Мы хотели, но мы так и не сняли. Мы не выбрали подписчика. На этом ролике набирается 100 тысяч лайков. Мы публикуем в ВК-пост нашу свою фотографию. И пускай мне в комментариях пишут, почему именно они должны участвовать в этом ролике. А мы выберем и... тогда их возьмем. Слушай, офигенное предложение. 24 часа говорю подписчику, да. Но я предлагаю что сделать? 100 тысяч набираем на ютубовском ролике и 100 тысяч лайков на ВК. Из любой точки мы возьмем подписчика. Да. Может быть, даже трех. Главное, чтобы ну, по странице можно было связаться с кем-то. Вот, ну, то есть, чтобы нам ответили. Открывайте аккаунт. Короче, что нужно сделать? Оставляю ссылочку под этим видео на ВК. Там моя группа. Залетайте, подписывайтесь. Нужно под постом с Миланой поставить лайк и написать комментарий. Правда? Как только набирается 100 тысяч лайков в ВК под нашим постом, да, и на вот этом ролике, мы сразу снимаем ролик. Да? Без задержек, как да? всегда. Да? Давай. Договорились? Да. Договорились? Да, все, давай. Давай. Все, договорились. И делаем это без задержек. Одна неделя сразу, как только набирается, одна неделя с монтажом совсем, и погнали. Так, ну что, Милан, первое задание, которое тебе нужно сделать, это прямо сейчас надеть маечку, которую я подготовил. Дава всегда прав. Вот в этой майке сегодня ты будешь проводить все наше время. Вот это классная майка, прикольная. Очень крутая. Это последняя коллекция Balenciaga с Gucci. Da Vinci. Da Vinci с Gucci. Это коллаба такая классная, поэтому... Я на кофту одеваю, чтобы тебе было садить. На кофту? Прям сверху вот своей. Вот ты вообще... Да, 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 да. Прям сверху сейчас одеваю. Привет, мальчик. Я тебя знаю. Здравствуй. Я на тебя подписан, да? Да? Класс. А ты просто шел куда-то? Этот мальчик был у меня на сходке. Я его помню. Все? Я тебя помню, ты был недавно на моей сходке. Да, привет. Привет. Скажи, Милан, дай пацану 5000. Не знаю, сейчас посмотрим. Что-то они придумали. Просто я сегодня 24 часа говорю, Давид, да. Как думаешь, что они сейчас придумали? Что-то с тобой они придумали. Я думаю, ты вспомнишь, когда мы снимали с тобой ролик 24 часа говорю, да. Первый. Дай ему 5000. Че? Дай ему 5000. Ему. Дай, пожалуйста, мальчику 5000. Ну ладно, потому что, а что ты хотела? Держи. Все. Это тебе. Серьезно? Да. Да, серьезно. Это тебе от Миланы, брат. Спасибо, от души. В моем школе даже все в шоке, когда я показываю, когда мы с Миланой сфоткали. Да? Да. Ну вот скажи всем, что мы семья, понял? Да, мы семья.
Красава, давай, брат, давай! Вот так, давай! Вот так сделай! Вот так! Вот так! Вот так! Молодец! Давай еще раз. Всем, всем от наш, передай всем нашим. Как тебя зовут-то хоть? А по батьке как? Дава. По батьке Дава? Дава. Да, ну папу как зовут? Женя. Евгеньевич получается? Да. Ну все, Евгеньевич. Давай, счастливо. Уже 10 раз попрощали. Давай. Да, давай. Все. 10 раз. Я пошел уже. Мы только начали, уже два задания, уже два желания выполнено. Милан, ну такими темпами мы сегодня столько всего интересного успеем сделать. Да, мы всегда прав. Вот так каждый день должно происходить, Милан. Вот так утро начинается, ты эту майку надеваешь и слушаешь все, что я тебе говорю. Говоришь мне только да, и все, и прекрасно. Уроки сделать? Сделать. Телефон убрать? Да, убираем. Сделать сейчас еще что-то, помыть посуду? Да, конечно, Дава. Вот так всегда должно быть, Милан. Кто хочет такой мерч, пишите в комментариях. Давай, короче. Мы отправим именно тебе, и ты будешь ходить. Да, давай мы на ней распишемся. Короче, ты давай. Распишешься, я распишусь. И, короче, давай. Отправим в какого-нибудь подписчика. За давай, что-нибудь. Кстати, реально, почему нет? Пусть пишут в комментариях. Да, мы пару майк отправим. Короче, ну наверняка ты же понимаешь, что мы не просто так оказались в торговом центре. Ну да. Мы будем кушать. Да, Милана, ты угадала. Я же голодный. Я проголодался. Соответственно, я хочу, чтобы ты меня сейчас покормила. Без проблем. Да. Да. Все? Ну не все так просто. Короче, ты должна меня накормить, но при этом ты не можешь просто пойти купить еду. Мы сейчас поднимемся на фудкорт, я сяду, а ты пойдешь выпрашивать еду. Ну да, вы да. Ты что, хочешь? Ну ты же понимаешь, позорить? Что семейный бюджет, ну нельзя растрачивать. И я считаю, что ты можешь заработать, ты можешь танцевать, например, ты можешь что-то сделать? Нет. Да? Нет. Да? Да. Да? Ой, как хорошо сегодня, прям настроение прям суперское, да, такое? Да. Скажи, что ты можешь сделать, чтобы, ну, еду достать папе? Ну, короче, знаешь, что я видела, короче, в видео, что люди подходят и говорят, у меня вот день рождения, что вы мне можете предоставить? Ну, типа, день, как день рождения, я могу вот так вот сделать. Ну, вот сегодня как раз-таки ты можешь попробовать. Какашка ты такая, позорить. Нельзя папу бить. Меня хочешь еще позорить. Почему такой ролик, ребята? Ну, что это такое? А ты что думала, мне просто было? Легко было мне, когда я мучился? Нет, пожалуйста. Короче, у меня есть идея. Мы сейчас с тобой делаем следующим образом. Значит, я сейчас сажусь вот сюда. Так. И жду, когда ты принесешь мне еду. Вот ты зараза. Да. А ты идешь и вот, ну, как-то зарабатываешь мне еду. И потом мы покушаем, а я, может быть, еще с тобой поделюсь. Это? Знаешь, кто? Да, кто? Зараза. Ничего не знаю, это одно из заданий, которое писали ребята, поэтому я не могу отказать. Здравствуйте. А вот у меня такой вопрос. Смотрите, у меня такой челлендж. Вот у меня нету денег, да? У меня сегодня день рождения. Можно ли мне что-нибудь, чтобы вы мне дали бесплатно? Конечно. Да, а что вы можете мне дать? Я вам могу самые вкусные пончики приготовить. Давайте, я можно? Я знаю, что вы в блоге. Да, спасибо большое. Ну, конечно, тебе свезло, капец. Повезло, да, повезло. Прям с первого раза. А еще я ему наврала, что у меня сегодня день рождения. Эй. Бедняжка, поверил. Надо было ничего не говорить. Вот так я обманула, блин, зараза. Ну ладно. Зато Дава, прикинь, сейчас как офигеет. Сразу, буквально 2 минуты, я приду к нему с пончиками. Мне знаешь, что интересно, что она сейчас нам принесет? То есть вот из всего, что возможно, ну то что-то вкусное будет или нет? Я бы хотел бы бургер, да. Хотел бы что-нибудь такое, картошечку, стрипсы какие-нибудь, еще суши сверху закинуть в Филадельфию и колой запить. Ну точно она тебе какие-то наггетсы принесет, картошечку. Какой-нибудь бургер, может, гамбургер, чизбургер, это тиранет или пару крылышек KFC. Короче, сколько времени у него уйдет, как думаешь? Я ставлю 15 минут. Ну, минут 10 она пригонится, да. 15 минут она сейчас придет. Спасибо большое. Спасибо. Пойдем удивлять Даву. Это уметь надо вот так вот, бесплатно. Прикиньте, бесплатно взяла еду и все. Это что такое? Это пончики. Ты мне пончики принесла?
И все, ты думаешь, на этом все? Нет, я сейчас. Это я вот только зашла. Давай бургер, картошка, кола. Вот какой, блин, я думала, он еще скажет хотя бы спасибо. Спасибо тебе большое, это лучшее, реально. Я думала, он еще скажет, ты че, как так-то, бесплатно ты взяла 8 пончиков, 8. А он, ну ты думаешь, на этом все, еще и дебили, неблагодарный вообще, ужас, фу таким быть. Я просто никак даже не отреагировал, потому что я подумал, что это, ну, я даже не понял, как произошло, потому что минуты 4 прошло, и она бах, мне пони, такие красивые, смотрите, она такая молодец. Да? Сейчас проверим. Здравствуйте. В общем, у меня такой челлендж. Я сейчас видео снимаю, у меня челлендж. Вот, у меня нет денег, и у меня моя задача взять еды. Но у меня сегодня еще день рождения. Вот, не могли бы вы мне что-нибудь бесплатно дать в честь моего дня рождения? Почему я должен отказаться, скажите? Пусть прям что-нибудь любое. Он мне сказал, почему я вообще должен тебе отказывать, и сейчас даст. Тест, что Милана тебе первым дала? Нормально, да? Попробуем. Вкусно, да, скажи? Боже. Это что-то такое солененькое, сладенькое. Ой, Милана, да ты прирожденный этот семьянин. Все достало для семьи, вкусненькое. Не, молодец, просто умничка. Посмотрите, как она просто за 4 минуты буквально справилась. Новые такие, свеженькие, тепленькие. Но, как говорится, надо еще. Надо еще, да, как говорится. Спасибо большое. Бесплатно. Так, в общем, мне дали колу. У них там картошку и бургер. Картошку и бургер. Мне сегодня супер везет просто. Это вот тебе. Бесплатно. Офигеть. Смотри, реально? Картошка, бургер. В натуре? Офигеть. Реально это все дали? Класс. Так, ну-ка, спасибо. Так, молодец. Так, ну мы еще что-то хотим? Ну тебе хватит? Ну надо, чтобы она еще поела. Себе тогда еще возьми. Пойдем себе брать. Здравствуйте. А смотрите, у меня такая ситуация. В общем, я сейчас снимаю ролик, и у меня челлендж. Мне нужно бесплатно взять какую-нибудь еду. И плюс у меня сегодня день рождения. Не могли бы вы мне что-нибудь... Спасибо большое. Не могли бы вы что-нибудь бесплатно дать в честь моего дня рождения? Что-нибудь любое. Спасибо большое. Хорошо. Нормально справляется, да, с вами? Да, молодец она. Быстро очень. В любой непонятной ситуации она может сориентироваться и достать это. Спасибо большое. Спасибо. Мне дали онигири с лососем. Ничего себе, между прочим. Вот, держи. Взяла? Онигири с лососем. Ну, кушай, это твое. Да, спасибо а большое. А я уже поел со Стасом. Очень вкусно было, спасибо тебе большое, реально умничка. То есть ты подходила, просто спрашивала, никак не брала, никаких не придумала историй? Придумывала. Ну, смотри, я подошла, я говорю, здравствуйте. Я сегодня снимаю ролик, снимаю челлендж. Мне нужно взять еду бесплатно, у меня нет денег. Они говорят, угу. Я такая, а еще плюс у меня сегодня день рождения. Они такие, с днем рождения. И такие, конечно. А в Бургер Кинге вообще мужчина сказал, типа такой, а почему вообще должен тебе отказывать? И пошел, взял бургер и картошку, такой, соус нужен. Я такая, да, напиток. Я такая, ну колу давайте. Он все сложил, такой, с днем рождения. Я себе, блин, ну ты молодец, слушай. Ну мы не будем считать это враньем. Ну, это способ. Это способ был, да. Если вы смотрели этот ролик, извините, что я вам соврала, но просто так надо было. Зато да, его поел. Блин, спасибо тебе большое. Это моя умничка, Маша. Что я думаю дальше? Ты же не умеешь кататься на коньках, правильно? Нет. А мы тут смотри где? На коньке. Вот мы сейчас пойдем учиться. Я, кстати, тоже не особо умею, но мы сейчас с тобой пойдем. Да, конечно. Пойдем. Не, ну я уже не помню, я давно не катался. Короче, погнали. Мое следующее желание, это мы сейчас с Миланой идем кататься на коньках. И ты научишься, да? Да. Короче, я вообще не умел кататься на коньках. Ты даже видела, когда, помнишь, я готовился к шоу «Ледниковый период». Короче, перед первым эфиром «Ледникового периода» за один день падаю, у меня вылетает рука, и все, я не смог участвовать в таких. Я ее подвел, и, к сожалению, извиняюсь. Да главное, здоровье тебе. Можно покататься? Так, нам на двоих, вот на нее и на меня. Да, а Милан же оплачивает. А, да, Милан же оплачивает. Так, ты оплатила все? Да. Ну, какая молодец. Сегодня чисто за батю она платит, понимаешь?
Я посижу. Брат, я посижу, посмотрю, как Миланка учится, понял? Так очки одену, брат. Брат, я просто, вот он, чисто, вот Дава, понимаешь, вот он пришел. Чисто кайфануть, брат, вот так, понимаешь? Просто, чтобы, главное, Милана получилась, так как бы, кататься. Ну что, как получается? Да, вот это возьми. Вот с ней попробуй. Взять. Да, смотри, стой. Все, поехали. Брат, ну все, вот оно пошло, понимаешь, вот они, движения наши. Так, ну что, мы катаемся, да, вы уже вон он уже хочет все. Я, ну типа, я не умею кататься. Че, все, да? Да, я думаю, уже накатались. Куда еще пошли? Тебе нужно одной ногой отталкиваться, вот. То есть у тебя ноги вот так вот. И типа, короче, вот оттолкнулась. Попробуй одной ногой, типа, отталкиваться. Ты знаешь, как тормозить? Мальчик едет маленький, сколько ему? 5 лет. Чего он так хорошо катается? Я буду жаловаться. Так, давай, заходи. Все, погнали. Ну, нормально, слушай, у тебя же что-то получается тоже. У меня тоже вроде чуть получается. Ходить просто. Так, ну что, получается, еще одно желание сделали? Да. Готово? Да. Сделали классно, я кайфанул. Милана, мне кажется, тоже кайфанула. Да вообще, давай, да. Потельно. Кстати, тебе сюда надо почаще кататься, ты хорошо катаешься, мне кажется. Так, ну что, я предлагаю тогда приступить к следующему заданию. Тут уже много народу собралось. Давай отсюда поедем. Какое задание? Мы поедем красить тебе ногти. Я буду красить тебе ногти, Милана. Да, ты думала, все так просто? Я буду красить тебе ногти сейчас. Погнали. Так, ну что, у нас следующее желание. Ребята, я хочу покрасить Милане ногти. Ну, по приколу просто покрасим, посмотрим, как получится. Я не знаю, насколько у нас. В прошлый раз просто красила она мне. Может, не надо? Надо. Надо? Да. Нет, нет, нет. Надо. Нет. Черт. Поэтому сегодня я буду тебе мстить. Давай свои пальчики. Ну, тут как бы... Да, я уже чуть подкрасил. Мы не с первого дубля, ребят, просто. Сейчас мы сделаем тебе... Давай, сейчас зеленый цвет в тренде, ты знала? Короче, мы тебе, знаешь, как сделаем каплевидный. Это я сейчас придумал, не знаю, есть такое или нет, но мы сделаем ей каплевидный маникюр. Давай вот так просто потыкаем, вот так просто на пальце, вот так тык-тык-тык, знаешь, как будто я так вижу. Смотри, как классно смотрится, капец. Классный маникюр тебе сейчас сделаем. Ой. Ой. Так, мне кажется, будет классно вот сюда вот так вот сделать, такой вот. Мне кажется, нет. Да, мне кажется, да, классно очень. Что за кровавое? Кровавое Мэри пусть будет. Такое, типа, знаешь, как будто у тебя здесь вавка такая. Я считаю, это просто будет тренд. Вот этот, ну, маникюр, это прям тренд сезона будет. Красиво же получается? Очень. Смотри, как классно получилось. Да не, классно. Классно. Короче, я доволен. В принципе, быстренько сделали. Что получается? Да. Еще одно желание исполнено? Да. Исполнено. Я хочу покататься на крутой тачке. Вот прям очень-очень быстро. Ну, супер, катайся. Например, на Lamborghini. Так вот, я подготовился. Я взял уже эту тачку, тебе надо будет ее просто оплатить. Она сейчас скоро подъедет к нам, мы пойдем кататься на ней. Сколько оплатить? Ну, давай так, это тачка моих друзей, поэтому они отдадут ее тебе за 35 тысяч рублей. Кого? Нет. В смысле нет? Ну, Милана, а как в смысле? Ты сегодня говоришь только да. Поэтому это что? Это же все мои деньги практически. Да? Да, Милан, мы идем кататься, ты же оплатишь тачку мне? Да. Я не слышу энтузиазма. Да! Вот уже буквально через пару минут тачка подъедет, поэтому я предлагаю тебе не грустить, а сейчас вот так ножки опустить, денежки достать для папочки. И мы сейчас пойдем что делать? Кататься. Не, давай как-то не грустно, ты такая грустная сейчас запомнила. Ладно, поехали! Вот, вот, уже другое дело. Короче, давайте томить не будем, погнали кататься. Смотрите, что за просто вот эта красота, да, Lamborghini красивая, как сделали, бархатные тяги в натуре. Классная тачка? Ты бы хотела себе такую? Нет. А какую бы хотела? Не знаю пока. А хотела бы за рулем ездить? Да. Знаешь, как заводится? Стой, 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 я вот так на тормоз нажму, и ты вот так вот открой. Ну,
Ты слышала звук какой здесь? Да. Как попкорн готовится. Кайф, короче. Сколько эта машина стоит? Эта машина стоит где-то 35 миллионов. Слушай, на самом деле классная тачка, я бы себе взял бы. Ну вот из всех, что есть, мне кажется, это самый топчик такой. Но самое вот в Ламби, знаешь, что классное, что я люблю? Это вот звук, когда вот, знаешь, как попкорн начинает она хрустеть. На газ только нажму. И чуть-чуть понял даже. Вот этот свирепый звук, блин, это, конечно, просто придает эмоции. Ты не боишься сейчас, когда так ездим? Нет, вообще не боишься? Капец, я думал, ты будешь бояться. А я кайфую вообще прям... Не знаю, я прям взял бы себе ламбу. Она прям очень крутая. Е-бой! Чисто на ламбе катаемся. Да, так-то ничего себе, да? Вот так вот Миланка мне подгон сделала сегодня. Я чисто вот так на ламбе кайфую сегодня. Вот так чисто, знаешь, для бати. Удовольствие, да? Поехал, давай, братишка. Ну, тут звук, конечно, просто бомба. Ой-ой-ой! Что за звук такой? Как хорошо, вкусненько. Брат, это... Ой-ой-ой, как хорошо, просто нереально. Так, ну что, Милан, мы сюда не просто так приехали. Мы сейчас приехали в самый дорогой бутик Москвы для того, чтобы тебя подготовить по одежде к выступлению на кое-какой сцене. Здесь самый дорогой бутик? Да, здесь самый-самый дорогой бутик, где мы тебе купим самую классную, самую крутую, невероятную одежду. Ну, пошли. Почему ты думаешь, что мы тебя должны опозорить? Ты что, прикалываешься? Не знаю. Когда мы тебя вообще позорили? Сегодня. Нет. Когда я у людей выпрашивала еду. Это разве позор был? Это да. Же почему? Наоборот. Ты показала, что ты можешь заработать еду. Тут рядом секонд-хенд. А давай в него зайдем. Зачем? Ну как? Это самый крутой. Нет, Миланочка, да. Мы зайдем сегодня сейчас в секонд-хенд. Возьмем тебе крутой лук, в котором ты будешь выступать. Ну, ты угораешь, что ли? Нет, серьезно тебе говорю. А подскажите, пожалуйста, у вас тут на детей одежда есть? Конечно. Да? Вот можем ребенка одеть? Нет. Давайте. Спасибо большое. Нет, давайте оденем. Я вас узнала. Да, узнали. Так, а под помогите что-то максимально неподходящее, некрасивое взять. Вообще некрасивое. Ну, такое что-то, да. А зачем? Издеваюсь надо мной. Я не издеваюсь, было наоборот. Совсем вот так вот. Короче, ей нужны какие-то штаны. Ей нужна какая-то блузка, наверное. Вот, смотрите. Какую? Вот если максимально вот. Страшную, вот страшную. Класс. Это можно, то, что да? Нам нужно. Это подойдет? То, что нам... Да. А снизу нужно... Максимально страшное. Да, а снизу нужно какую-то майку, наверное, или что-то такое сверху, чтобы ей холодно не было. Кофту какую-то. Там, смотрите, у нас еще есть накидочки. Да классно будет, Милан, смотри. О, да. Прикольный цвет. Смотри, как будто ты на Мальдивах отдыхаешь. Как будто на болоте. Во, супер! Подойдет? Идеально, идеально. Идеально? Идеально. Вот и вместе это прям класс. Почти комплект, Максим... да? Да, да. Тоже так над ребенком издеваетесь. Вот это. Вот это или этот? Я не знаю. Я выбираю справа. Вот этот? Не-не-не. Вот этот? Все, хорошо. Зараза ты такой. А есть розовый с цветами? Конечно. Покажите. Вот то, что надо. По приколу, пожалуйста. Супер, да, да, да. Это супер то, что надо. Это супер, Милана. Блин, класс. Ну все, пойдем одевать. Я убью просто. Шапка-ушанка, я вижу ее. Ну давай ее, ладно. И сиреневый, да, вот так вот? Идеально. Да? Супер. Милана? Она убежала? Милан! Стас, Милана убежала. Ну да, вы ее видите, наверное. А чем? Она спряталась. Милан, выходи. Милан, держи. Иди переодевайся, я тебя жду. Ну давай, показывайся нам. Готов? Давай, выходи. Вау, ну что за красота. Вау,
пошла. Ну что за красота? Но мне кажется, берем. Идеально. Убью вас просто. Не смей смеяться. Не смей смеяться. Не, ну тебе идет. Боже, нет, очень. Главное бирку не убирать. Верхняя курточка. Вот это я понимаю. Из медведя. Во, давай это. А? Да, она классная, Милан. Да еще вот эту возьмем. Сколько это все вышло? 1700 рублей. О, сколько сэкономили, Милан? 1700 рублей. Так. Супер, просто, Милана. Блин, это просто, ну, шикарно, я считаю. Это, ну, можно на неделю моду еще так выходить. Пойдем. Короче, что я предлагаю? Следующее желание. Прямо сейчас мы берем колонку, едем на большую площадь, ставим там колонку, и ты будешь петь роликсы. Вот давай. Так. Да. Ну ты че? Ну давай. Ты как... Девочки, как вам мой образ? Отличный образ? Отличный образ. Класс. А мне вот что-то не нравится. Странно, да? Спасибо, девочки. Так, подожди, так я не услышал. Мы идем сейчас, да, на выступление? Нет. Да. Нет. Да, Милан. Милан, ну ты сегодня должна говорить мне только «да». Нет. Но это условия. Это условия. В таком виде? Да. Нет. Так, ну что, мы приехали на локацию. Короче, на самом деле, за тачку не надо было платить. Я просто хотел проверить, ну, готова ли ты для папы сделать такой подгон. Так. Но, конечно, ничего платить не надо было. Вот, мы так что отдаем сейчас машину. И что мы делаем? Мы сейчас идем выступать, Милана. Да. Где колоночка наша? О! Раз. Роли на руке. Милана, ты где? Милана, иди сюда. Сейчас будем исполнять песни. Выйдем. Сейчас будет концерт. Давай, иди сюда. Подожди. Бро, ты поехал? Поставил мне колонку. Что за человек вообще? Я сейчас спрячусь. С этой колонкой мне не найдет в жизни. А ты знаешь, а ты очень органично смотришь. Да я тебя сейчас убью просто. Я сейчас тебя этой же колонкой прибью просто. Я тебе сказала, я сейчас покусаю тебя. Понял? Сейчас этой же колонкой у меня получишь. Куда идем мы с Питочком? Большой секрет. Я не Милана Хаметова. Ты Милана Хаметова. И вам показалось. Сейчас, короче, Милана будет исполнять офигенные песни. Мы будем собирать деньги? Не знаю. А тут уже кто-то поет, брат. А что, мы конкурировать будем? Брат, здорово, как дела? Слушай, я тебя, короче, вот закину. У меня единственная просьба. Ты можешь наиграть роли на руке? Какую-нибудь она роли на руке споет. Чего еще раз? Можешь, есть такой трек, короче, наверное, не знаешь. Роли на руке, я не жду ЗП, роли на руке. Ну, почти. На ракете я на Марс, со мной вместе Илон Маск. Роли на руке, X6 под жопой, я спешу, но не на работу. Ноги твои тёлки, логотип Йота, я всегда первый, хоть и не Пётр. Рули на руке. Давай попробуем. Да пофиг, я заберу. Да давай, я тоже. Рули на руке. Я не жду ЗП. Рули на руке. Деньги в налике. Рули на руке. Я не жду ЗП. Наши роли на руке. Позорил. Я богатый, весь Версачи, деньги крутят вокруг вальс. Я на блоке, как в ТикТоке, снял видос под жирный бас. Я богаче, чем твой папа, день не леплю 3-2 раз. На ракете я на вас, со мной вместе Илон Маск. Роли на руке, X6, я спешу, но не на работу. Ноги твои, логотип Йота, я всегда первый, хоть и не Петр. Дорого богато на столе осетр, был на ней и увидел там фото. Вылез оттуда без капли пота, крыша жизнь как в ЦУМ, еду в ЦУМ, еду тратить много сумм. Каждый шаг мой – это шум. И цычам. Давай, теперь ты. Не, давай вместе. Давай. Твоя очередь. Не. Ну, пожалуйста. Милашки, иди ко мне. Ты не будешь? Просто слушай, а ты вообще сам откуда? Из Иваново. Из Иваново? Ты музлом чисто занимаешься? Че, каждый день здесь, да? А что, какие цели вообще?
А здесь один? Да нет, с друзьями. С друзьями? Ну, переехал типа оттуда. Ты 2 дня назад переехал? Нифига себе, и сразу здесь поешь, да? А что тебе не хватает, чтобы вот, ну, типа, круто исполнять что-то? Заниматься. Заниматься? Да. А с кем? С педагогом, наверное. Ну, то есть ты на гитаре играешь и как вокалист поешь, да? Да. А так не холодно тебе стоять каждый раз? Холодно. Холодно? Почему? Я зимой стою, типа, что нет. Зимой тоже? Да. А какая у тебя глобальная цель? Заработать кучу денег. Кучу денег? Ты можешь сейчас спеть какую-нибудь свою самую любимую песню? Вот которую ты прям кайфуешь с нее. Да. Да, какая? «Машина времени». Да? Исполнишь? Все, давай, послушаем. Лучи всех вокруг, вон один играет блюз. Ночь на выдох, день на вдох. Кто не выжил, тот и сдох. Обреченно летит душа. Поддержать. Парень с Иванова приехал. Может быть, что-то получится. Да, с Ивановым. Круче всех вокруг, он один играет пес. Все, с кайфом, братка. Спасибо тебе большое. Спасибо. Чисто от души. Слушай, есть такой вариант, там твой номер запишем? Да. Да? Можно будет? Давай так. Ты постеснялась, но ничего там такого страшного нету. Короче, можно сказать, что Милана справилась, мы вместе спели. Вот. Но зато что было классно еще? Мы познакомились с прикольным музыкантом. Если я правильно помню, то его зовут Саша. Что я предлагаю? Давайте так, ребят, мы записали его номер. Послушайте, вот мы там вставим отрывочек. Если вам, короче, захотелось его поддержать, скажите, мы можем его как-нибудь поддержать. Я пока просто не понимаю, он говорил, что ему нужны уроки, может быть, на студию его там поехать, записать, помочь или что-то в этом роде. Я еще точно не знаю. Ну, короче, что-то закралась такая мысль в голову, его как-то поддержать, помочь, потому что он только прилетел с Иваново, вот стоит на улице, на холоде, играет. Такой, и самое главное, что он такой душевный пацан, да, простой. Вот, поэтому давайте так, если он вам, ну, короче, зашло его исполнение, вообще, как он, как человек, напишите в комментариях, давайте поддержу как-нибудь Сашу, да? Сделаем? Да, да, давайте. Мне кажется, он это обрадуется очень. Короче, у нас время пролетело с тобой, но это еще не все. Я хочу еще, чтобы мы успели заехать поиграть в Counter-Strike в VR-очках. Counter-Strike в VR-очках. Да. Я хочу одеть VR-очки и поиграть. Давай. Да? Да. Ну все, готово? Погнали. Чех. Цель игры – набрать больше баллов, чем команда противника. Да. Если играли в CSGO, лазертаг, пейнтбол, что-то из этого, наша игра на данных игр. Убивайте противника, вам остается 1 балл, убивайте самого себя, либо же союзника, -2 балла. У вас в руках будут такие 2 контроллера, левый и правый. Отсюда будет видна лазерная указка, палочка, которая длинная. И ее наводите на оружие, которое хотите выбрать, и нажимаете на вот эту кнопочку. Вот, да, в тебе идет. Идет? Я как Бэтмен? Зора? Я по-прежнему на бомжа похожа. А ты на армянского Бэтмена похож. Чисто Бэтмен. Чисто армянский Бэтмен. Дава, я тебя вижу, смотри. А, я тебя тоже. Не трогай меня. Смотри, стой, 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 смотри. Отставь там сами так просто, ровно, стань ровно, пожалуйста. И у нас смотри, как пальцы вот так. Да. Смотри, я вижу, вот твоя рука, я ее вижу. Вот, оп, ой, ты. Вот лицо твое. Да, твое тоже. О, у меня синее появилось. У тебя синее? У меня тоже. У них красные, они вот есть. А я, короче, в реальности потерялась, я как будто бы во сне в каком-то. Да! Смотрите! Милана!
Черт маленький такой. Где, зараза? Где? Кто? Коля 77, ты чё? Сейчас, я уже грохнула. Тихо, брат, меня... Помоги... Прикройте меня. Да блин, меня опять убили. Чё за фигня, блин? Меня убили. А что за фигня, мы друг друга убили? Мы реально друг друга убили. Ха! Че, кто? 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 Выходи. Да. Сейчас. Пошло, брат. Пошло. Прошло. Черт, меня убили. Просто. А я могу своих стрелять? Конечно. Ага. Ты чё? Всё. Домовёнок, блин! Я её в спину убил! Я убил Милана! Стой! Не убивай меня! Убил! Вася, это так смешно! Это так смешно, Вася! А я ее волос дробаша! Ну, она вот так отлетела! Опа, тихо, спокойно, все. Все топ, все, да, все супер. Не бегаем, пожалуйста. Да, все топ, все хорошо. В меня врезались. А еще меня постоянно убивает какой-то Коля 77, что ли? Брат, ну сейчас во прям один вот так вот, понял, тютелька в тютельку ходили. Ну, в смысле, 36-40 счет. То есть, прикинь, мы прям насколько рядом были. Вот сейчас я включился, понял? Вот за счет того, что включился, игра пошла по-другому. Давай, надо выиграть. Милан, давай, ты была на треть, на втором, а сейчас на последнем. Сейчас мы выиграем, ребята, Спарта! Шаберите! Да! Размотали, ребята, размотали, 4-1. Ну что, на этой просто невероятной ноте, бешеной, просто бешеным, на этом крутом настроении завершения дня. Я не знаю, удастся все это передать, потому что мы-то играли виртуально, все это видели. Конечно, запись есть, я надеюсь, то, что это, ну не знаю, передастся как-то эмоции или нет, но, короче, надеюсь, что вам понравится. Круто было, тебе понравилось? Да, единственное, что у меня постоянно спадал шлем, и у меня размыто все было, да. Понял? Короче, в реале, это все же сократится, но чтобы вы понимали, в реале мы здесь провели 1.5 часа, то есть, я думаю, это должно было быть как-то быстрее. По вам видно, что... Брат, это вообще пипец какой-то. Ну, я думал, это будет быстрее, а тут просто затянуло, мы остановиться не могли, в итоге 1.5 часа проиграли. Но у меня ощущения офигенные. Мне прям очень понравилось. В итоге это, ну, все у нас получается. Последнее желание. Мы уже ночь, мы уже ничего не успеем тебе сделать. Тебе спасибо за этот день. Ты справилась со всеми просто. Вот моими в этом желаниями. Просто мне штаны маленькие. Блин, прости, пожалуйста, что я тебя заставил так одеваться, но ты у меня умничка. Я просто хотел, чтобы как-то весело было и необычно. Вот, но я считаю, что тебе, как бы ты ни выглядел, тебе все идет. Так что давай кулачок. Ты у нас самая-самая красивая принцесска. Ребят, спасибо всем за то, что досмотрели видос до конца. Мы сейчас стараемся, делаем для вас очень много крутого контента. Поэтому мы просто надеемся, что вы оцените, вам понравится. И вы поставите лайк, подпишитесь, напишите комментарий. Ребят, а также не забывайте то, что мы будем снимать еще с подписчиком 24 часа, говорю, да. Если ты хочешь, чтобы мы тебе говорили с Миланой 24 часа, да. Ставь лайк, когда наберется 100 тысяч лайков. Пост в ВК пост в моем, ВК да. 100 тысяч лайков. Залетайте в мою группу ВК, ссылка внизу. Подписывайтесь на нее, и там пост последний. И тут и там надо будет набрать по 100 тысяч лайков. Как только добираем 100 тысяч, я выбираю одного подписчика, может быть, трех. Да, и обязательно в ВК нужно в комментариях написать, почему именно вы должны участвовать в этом ролике. Да. Ну все, что, просто лишним говорить уже не будем. Просто мы вас любим, мы выдохлись. Будем сейчас дальше снимать контент. Да, мы всем погнали. Спасибо большое. Всем пока-пока.